Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня коллекционер героев, у нас недостающих пару героев, и честно скажу, с одной стороны хочется, а с другой стороны я понимаю, что куда эти самоцветы девать, ну реально. По сути, у нас герои есть, все есть, единственное созвездие это со временем. Все остальное как бы есть для прокачки, нам ничего не мешает их тратить, так что сейчас мы попробуем. Так, сейчас, секунду, докачаю скины. Попробуем выбить землеройку и вальку, ребят. Миссия невыполнима, то есть у нас два героя, которых можно получить еще за самоцветы. Этих два героя мы сейчас попробуем получить. Что у нас на аккаунте делается? Так, вот такой вот коллекционер. Что интересного есть? Сундуки. Ну, конечно, это все мне нафиг не надо, по сути. Валька отсюда, жалко, не падает. Вот неплохо можно получить. Но пятого левела почему-то только дали за финку и пятое. Эти, ну, конечно, хотелось бы выбить землеройку. Это было бы вообще эпически. Ну, с такого у нас вроде как бы все есть. Раньше здесь были слизни, но, к сожалению, их убрали. Ой, говорю, тут и слизни. За зеленых героев можно было получить слизни. Но это все, скажем так, пофиксили, легко говоря. Потому что два раза подряд такой коллекционер. Народ нормально себе затарился талантами. Повкачивал десятки некоторым героям. Так, окей. Поехали, посмотрим сегодня на удачу на английском сервере, как нам будет падать. Но вы не забывайте, что все видосики от этого аккаунта участвуют в розыгрыше. И просто эпический пиздец, ребята, вот так вот батька ролит. Ну что, можете меня поздравить, Лазуля, еще один есть. Ну, конечно, это круто, он здесь есть, но опять же, это просто эпический выбитый Лазуля. Поехали дальше. Я думаю, сегодня что-то будет интересного. Интересное, интересное. Хранитель. Чемпион. Дайте, дайте мне этого героя. Конечно, можно было бы его давным-давно собрать. Скажем так, осколками купить. Но неохота, вот знаете. Вот еще один хранитель. Да что такое-то, а? Поехали в рейд. То сейчас посливаем все самоцветы. Уже, как видите, ну я дракошков докачал. Вот с героя у нас Огник и Космо. Уже на максималке, скажем так. Условной максималке. То есть 10-10, вторая эволюция. Так, окей, отлично. Поехали. Чемпион. Ну, чемпион это немножко не то, что нам надо. IGG. Дайте им бублин, ну. Не хотят. Skulk Knight, ну это конечно круто, но с моими героями тут Skulk Knight не нужен. Интересно, а слизни мы хотя бы соберем? Он только сказал за слизни сразу плюс 2. Так, интересно, давайте посмотрим. Половина самого мы уже потратили, и что мы имеем? 6.15 всего. В принципе, за 37к чего я хотел. Кстати, надо сейчас параллельно, пока манку фармим, качать питомцев. Пиблоп, пиблоп, шмиблоп. Так,
Такс, ну что, поехали. Марксман, Дэд Дрейк. Ну, дайте Валентину, блин, хотя бы. Я не прошу у вас уже там мега-имбу. Хотя бы Вальку дайте. Да у нас какой уже третий, по-моему, если я не ошибаюсь. Роллинг. Лиди Лео. Но я вам скажу вот так, если взять там, да, вроде просто эпически падает. Обалдеть, еще один ребятушки, еще один космо. Вторая имба. Одну мы так получили, выбили космо. Блин, обидно, конечно, но, блин, хочется нам именно Вальку. Я офигею. Ловили Вальку, короче, а словили и Лазулю, и Космо. Ну, не знаю, это просто супер. Лепите лайки, ребятушки. Поехали дальше. Ведьмочка. Так, поехали в рейд. Фух. Так, ну-ка давай посмотрим, чьи круче герои. Конечно, мои круче. Хоть и у него и вторые эволюции, они меня сейчас посливают нафиг. Космо, тащи! Ничего себе, и Огник выжил, и Некрос выжил. Это что-то нереальное. Ну, блин, круто. Два таких, знаете, героя. Жесть. Ну, 450, 450, 150 и кристалл гусь. Вот так вот. Наловили мы гусей, короче, с вами. Ну, что я могу сказать? Реально, роллинг удался. Почему? Еще один космо, еще один лазуля. Если человек захочет, сможет еще прокачать. Для вторых пачек, я вам скажу, тоже очень круто на атаку фортов. То есть есть замены, слили, следующую пачку собрали. Реально круто. Аккаунт мне все больше и больше нравится. Я вам скажу, что, блин, хорош. Плюс 200 слизней, ребятушки. Суккуба мы словили, а вот здесь жлейки не насобирали, к сожалению. Ну а так, в принципе, видите, ловили двоих героев, словили две имбы. Ну, такое, что я могу вам сказать. Это английский сервер, детка. Такс. Где там мой, кстати? Как тут наша имбушка поживает? Надо будет заняться его прокачкой. Так, покуда сможем качнем, чтобы он не висел в конце и обратить на него потом внимание. Такс, друг мой, где ты там? Ну, нормально. В общем, аккаунт развивается не по дням, а по часам. Вот такой вот вариантик. Я считаю, очень-очень даже неплохой. Надо будет только его докачать, и можно будет реально с ним потрешивать, потестировать. Вот такие вот, ребятушки, у нас дела. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Я считаю, роллинг удался, хоть мы и не получили недостающих нам героев, но зато мы потрешивали и посмотрели, что, блин, реально падает очень круто на английском сервере. Космо и Лазуля,
Они многого стоят, это одни из топовых героев для любого аккаунта, как доната, так и для бездоната. Все, всем удачи, всем пока.